Спустя 6 месяцев потушен пожар на месторождении Каратурн Южный. Пламя удалось полностью потушить в 7 часов вечера. Напомним, пожар начался 9 июня. Из-за подъема бурильного инструмента при забое произошел выброс газа водяной смеси. В качестве причин пожара комитетом промышленной безопасности выделены недоработки недропользователя и сервисных организаций. Из-за нестандартной ситуации специалистам пришлось непросто. Чтобы погасить пламя, они пробурили рядом аварийные скважины, которые заполняют сейчас раствором для глушения огня. После его полной закачки скважину наглухо зацементируют. Для полного выяснения обстоятельств в указанное место были направлены специалисты ведомства. Кроме того, после выявления проблемы отдел проведет соответствующие проверки. Будет проведен аудит с привлечением специалистов научно-исследовательского института, а также компетентных государственных органов в сфере нефти и газа. В ходе проверки по указанной проблеме будет определен и урегулирован законодательно ущерб, нанесенный окружающей среде на этой территории.